Здравствуйте, уважаемые зрители. В 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Вижу, что плюсики пошли, соответственно, я понимаю, что у вас все нормально с трансляцией. Открываю, значит, свой рабочий стол. Давайте посмотрим, вспомним в календаре, какие индикаторы, события должны были бы вчера, что у нас впереди до конца рабочего дня, и как вся эта статистика и экономические индикаторы могут повлиять на ключевые валютные пары, которые мы рассматриваем. То есть сегодня четверг, рассматриваем данные в среду. Значит, мы увидели, что хороший индикатор вышел в деловой, в секторе услуг от маркета по Испании. Это одно из самых высших, высоких значений за последние несколько месяцев. На самом деле оказывается, что в Испании вообще ситуация существенно улучшается. Темпы роста создания новых рабочих мест находятся приблизительно на 9-летнем максимуме. То есть, если сейчас 2015 год, то это приблизительно получается начало 2006 года. Это значит, что это был тот самый хороший период практически для европейской экономики, 5-6 год до начала финансового кризиса, 7-8. Вот до этих уровней практически повысились темпы роста создания новых рабочих мест в Испании. Соответственно, видно, что вот эти ключевые страны все больше и больше развиваются. На самом деле мелкое замедление роста активности в сфере услуг произошло в Италии, но если мы вспомним, каковы были значения в конце прошлого года, в начале текущего, это все-таки выше 50 и указывает на то, что и у Италии есть потенциал для восстановления более существенного где-то уже, если не в конце этого года, то в следующем году. Франция практически сохраняется на предыдущих уровнях. Видно, что в Германии индекс деловой активности в секторе услуг повышается чуть и лучше предыдущего, то есть первой оценки. То есть можно сказать, что и Германия сохраняет некие такие нормальные темпы практически активности в сфере услуг. Конечно, и общий европейский практически вышел достаточно на высоком хорошем уровне по сравнению с предыдущими значениями. Видно, что есть улучшение по сравнению с первой оценкой, то есть это хорошо, без сомнения, это достаточно хорошо. Идем дальше, но чуть попозже вышли слабые розничные продажи в месячном выражении, которая практически немножечко ограничивает вот этот позитив. Конечно, активность в производственном секторе, в секторе услуг, они чуть попозже переносятся на реальную экономику, то есть это уже реальная экономика, но это скорее всего ожидание, что в будущем ситуация будет намного лучше, то есть на доходы это, скорее всего, на доходы обычных жителей это повлияет через 3-6 месяцев, то есть нужно время, чтобы это перенеслось и на эту статистику. Индекс деловой активности в секторе услуг от маркета по Великобритании чуть снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, но это все-таки хорошее значение, но нужно следить за этим индикатором, потому что слабый индикатор, который вышел слабее ожиданий, немножечко надавил на британский фунт внутри дня. То есть все-таки можно сказать, что большого оптимизма на фоне этих индикаторов я в Великобритании не вижу никакого и большого пессимизма, там просто идет некое боковое движение. Потом данные по США, изменение числа занятых по ADP, число вышло по факту существенно ниже ожиданий на 30 тысяч, плюс предыдущее было скорректировано вниз на 8 тысяч, что вышли некие такие более слабые индикаторы, которые немножечко надавили на американский доллар при публикации. Торговый баланс, я его детально рассматривал, скорее всего нейтральный. Есть коррекция предыдущего значения, поэтому текущее значение там на 1 миллиард вышло как будто хуже. Сохраняется схожая динамика по экспорту и импорту товаров. На самом деле не думаю, что этот торговый баланс был очень важным для торговли сейчас по американскому доллару. Канадская статистика, наоборот, вышла достаточно хорошая. Экспорт повышается, импорт повышается. Я рассматривал все компоненты, у них практически идет некий откат по экспорту после падения, имею в виду,
по экспорту минералов, в том числе разных металлов, энергетических ресурсов, дерева и так далее. То есть по всем вот этим компонентам экспорта разных природных ресурсов идет, произошел некий откат. Будет ли это сохраняться в будущем, трудно сказать, потому что после вот этих резких падений, которые были по экспорту, по этим компонентам за предыдущие несколько месяцев, рано или поздно должен был бы произойти где-то некий откат. Соответственно, вот может быть это тот откат, который мы сейчас видим. На самом деле я увидел, что экспорт машин снизился, а именно это те компоненты, о которых Банк Канады говорил, что они должны восстановиться. Вот это не было заметно во время вчерашней статистики. Потом по США были опубликованы индикаторы в сфере услуг как и от маркета, так и от ISM института. Оба индикатора вышли достаточно хорошими. На самом деле ISM институт опубликовал очень мощный индикатор. Это одно из самых высоких значений за последние год или два. Соответственно, доверие к американской экономике на фоне этих индикаторов восстанавливается. Индикаторы достаточно хорошие, и они оказали поддержку американскому доллару. Я на самом деле еще раз хочу сказать, потому что раз в месяц публикуются вот эти индикаторы, финальное значение маркета, потихонечку замечаю, что индикаторы маркета тоже начинают увеличивать свою значимость для американского доллара. Конечно, все-таки ISM институт, потому что он местный, то есть американский, он как будто более сильно влияет на американский доллар все еще, но и маркет-индикатор потихонечку начинает практически увеличивать свою значимость, соответственно, нужно и за ними следить. Конечно, тут видно, что дивергенция небольшая, они параллельно всегда движутся в том или ином направлении. Утром были опубликованы индикаторы по Австралии, уровень безработицы повысился из-за того, что число зарегистрированных, желающих найти работу увеличилось. Потом доля рабочей силы в общей численности населения практически повысилась, вот именно о том, что я только что сказал. Уровень занятости повысилась существенно, учитывая, что частичная занятость резко выросла. На самом деле, вот эти значения, которые вышли рано утром, вполне непонятные. И даже рано утром я читал комментарии разных аналитиков, именно которые работают в инвестиционной сфере в Австралии. Они сказали, что пока еще это непонятно, вот эти числа, как так безработица сильно выросла, это действительно или из-за возвращения рабочей силы к рынку труда, или может быть уровень занятости не так сильно практически вырос, это некий статистический шум. И если мы посмотрим на страничке статистического бюро Австралии более детально вот эту статистику, там видно, что есть сильное отличие от практически без учета сезонной коррекции, с учетом сезонной коррекции есть сильное отличие. Соответственно, без сомнений, ровно через месяц, когда будет опубликована следующая статистика, тут произойдет некая коррекция предыдущих значений или текущие практически, которые по факту выйдут, сильно будут отличаться. Будьте аккуратными, то есть если эта статистика создала некая непонятность и, соответственно, для австралийца не было ясно, куда он должен идти, может быть, через месяц, когда произойдет коррекция вот этих индикаторов и когда сезонные эффекты практически будут сбалансированы, тогда будет ясно, какова была статистика в этом месяце. Индекс доверия потребителей по Швейцарии резко снижается, идет ухудшение, зато производственные заказы по Германии выросли, евро получил там очень краткосрочный рост в паре евро-доллар после публикация этой статистики, то есть на минутных таймфреймах. Второстепенная статистика по Великобритании. Через 49 минут или в 11.30 публикуется промышленное индустриальное производство по Великобритании. Следим за этими индикаторами. Сегодня очень важный день для фунта, потому что это очень важная статистика. И потом мы видим, что публикуются минутки предыдущего заседания. Плюс будет отчет по инфляции. Плюс будет выступление Марк Карни,
Плюс будет само заседание Банка Англии, то есть вообще в 14 часов сегодня по московскому времени и после 14 по фунту может появиться очень большая волатильность. Все зависит от минуток, от нового заседания Банка Англии, от выступления Марка Карни, от отчета по инфляции и так далее. То есть мы об этом говорили в понедельник, что четверг является ключевым днем. По США на самом деле есть несколько второстепенных индикаторов. Индекс сокращения рабочих мест, первичные, вторичные заявки на пособие по безработице. Следим за этими индикаторами, потому что они указывают на силу или слабость рынка труда. Статистика по рынку труда по США, как мы знаем, публикуется завтра. Соответственно, давайте посмотрим, какова будет эта статистика. Она может вызвать некую мелкую, краткосрочную такую внутреннюю волатильность, но не более, лично по моему мнению. И обращаем внимание на оценки темпов роста ВВП по Великобритании, которая публикуется в 17.00, потому что раньше, когда была опубликована вот эта хорошая оценка, фунт немножечко вырос. Посмотрим, что выйдет сейчас за месяц июль. То есть сегодня ключевой день для фунта. Я предполагаю, что долларовые пары практически не будут так сильно меняться, даже если они внутри дня сформируют некое восходящее или нисходящее движение, там, соответственно, долларовые пары, то без сомнений я предполагаю, что они все-таки завтра дождутся до публикации non-farm payrolls и так далее по США. То есть я не думаю, что сегодня начнутся некие такие целенаправленные движения, которые практически не могут быть пересмотрены при неком сюрпризе по non-farm payrolls. Утром завтра индекс активности в строительном секторе по Австралии. Один из последних индикаторов по Австралии на этой неделе, который может вызвать некую внутреннюю волатильность. Еще два второстепенных индикатора. И, конечно, мы должны понимать, что завтра утром будет заседание Банка Японии, после которого выступает Харухико Корода и озвучивает свои комментарии. Соответственно, следим за заседанием Банка Японии, потому что это важно для японской иены. Обращаем внимание на рынок труда по Швейцарии, потому что откуда-то ли мы не посмотрим, видно, что последние месяцы швейцарская экономика практически начинает рушиться, показывает не очень хорошие индикаторы. Так что даже и второстепенные индикаторы, которые даже я сегодня с целью рассмотрел, падение доверия потребителей, резкое падение, все-таки это уже важно. Если раньше эти индикаторы были незначимыми, то же самое и с безработицей. Если вдруг и безработица начнет повышаться, это может указать на то, что швейцарский франк может потихонечку начать более существенное снижение в ближайшие месяцы. Завтра тоже промышленное производство плюс торговый баланс по Германии. Тогда будет наш следующий обзор. Жду ваших конкретных вопросов по календарю. Так, Роман Мешков, стата по Британии, которая выходит в 11.30, повлияет на решение по процентной ставке или на голосование по ней. Вот как сказать, я не могу знать, повлияет или не повлияет, но без сомнений любая статистика, не только промышленное производство, которое публикуется сегодня в 11.30, давайте я сейчас пока. Не только это промышленное производство, которое публикуется в 11.30, рассматривается во время заседания Банка Англии. Банк Англии рассматривает как и краткосрочную, так и среднесрочную перспективу по ключевым индикаторам. Это по экономическому росту, по инфляции, без сомнений, потому что это ключевой ориентир для монетарной политики, по рынку труда. Соответственно, вот эта статистика, да, она попадает практически в группу индикаторов по экономическому росту, на которое ссылается Банк Англии. Без сомнений, они будут учитывать вот это решение совместно с другими индикаторами, которые были опубликованы заранее, то есть после последнего заседания Банка Англии до этого.
То есть все это рассматривается, конечно. Шумер Александр, да, завтра я веду практически этот обзор. Я всегда веду по утрам аналитический обзор с 10.30 до 11. Соответственно, завтра пятница, последний день. Хорошо, поскольку я понимаю, других конкретных вопросов нет, идем тогда по графикам. Начинаем, как я говорю, с чистого доллара, то есть это золото. Более такое долгосрочное видение у меня озвучено, соответственно, ничего нового не могу добавить. Я не считаю, что сегодня на 4-часовом время мы можем существенно упасть и сохраниться ниже или существенно вырасти и там сохраниться выше. Скорее всего, видно, что мы находимся в нижней части канала, и все вот эти движения, которые сейчас происходят, они находятся на вот этой нижней границе. Чтобы началось некое уже более такое среднесрочное движение по золоту, это, скорее всего, произойдет после ключевой статистики по США в пятницу, именно по Non-Farm Payrolls и по потребительскому доверию. Соответственно, вот как мне кажется, что здесь будет развиваться ситуация. Конечно, если завтра выйдет очень хорошая статистика по США, она может спровоцировать более резкое падение на более мелких таймфреймах. И я придерживаюсь к своему видению, что это открывает хорошую возможность для закрытия практически неких коротких позиций с целью, чтобы после отката, возвращения к этой линии, снова была бы возможность открыть ту же самую сделку. То есть краткосрочно, как можно, по моему мнению, отыграть. И наоборот, если выйдет плохая статистика и произойдет некий откат от текущей линии, то это откроет возможность в будущем, то есть в ближайшее время, при восстановлении позитивному настрою по доллару, либо на фоне некого ключевого заявления представителя Федрезерва, либо на фоне поступающей статистики. Не забываем, что на следующей неделе будут розничные продажи. Где-то там закончится вот этот откат, сформируется некая вершинка на неких уровнях, и оттуда можно подключаться. То есть вот по этому инструменту я четко и ясно выразил свое мнение, оно практически сохраняется достаточно долго. Долларовый индекс. Находимся на вот этих критических вершинках. Соответственно, видно, что без сильной уверенности по повышению ставок причин для резкого роста здесь нет. То есть я придерживаюсь своему мнению, что если будет хорошая статистика по США, есть вероятность для того, чтобы в ближайший месяц-два мы поднялись вблизи предыдущей вершинки. И наоборот, если выйдет вялая статистика, то скорее всего в ближайшие недели или две мы будем снова хаотично двигаться около вот этой 138 линии или около вот этого уровня в ожидании чуть попозже хорошей статистики по США, и тогда может начаться некое восходящее движение. Это переносится и на пару евро-доллар. Видно, что мы уже второй раз пытаемся пробить вот этот слабый уровень поддержки, который именно с целью мы нарисовали пунктирным когда-нибудь. Сейчас идет тестирование снизу вверх, снова как и раньше, но чтобы действительно это сработало уже не в качестве поддержки, а в качестве сопротивления, то есть чтобы мы отсюда как-то развернулись и зигзагом снова пошли вниз, действительно нужно, чтобы статистика в конце недели по Non-Farm Payrolls была, скорее всего, нормальной. Если Non-Farm Payrolls не будет очень хорошим, все равно не нужно паниковать. Там нужно обратить внимание уже на другие компоненты по рынку труда, о которых последний год сильно практически намекает и говорит об этом Джанет Йеллен. Это рост заработной платы, количество рабочих часов и так далее. Потому что мы уже по рынку труда думаем, что эта проблема в США решилась. И находимся вблизи нормальных уровнях, так что, соответственно, не надо там сильно паниковать. Фунт-доллар, быки и медведи ровно выровнялись в середине вот этого разброса между зеленой и красной линией.
Соответственно, мы в самом-самом центре. Одна из сложнейших валютных пар, даже из тех, которые мы рассматриваем, самая сложная. Потому что сегодня очень много событий по Великобритании, очень много в конце недели и по США. Трудно сказать или спрогнозировать, в какой стране, в Великобритании или в США, ситуация будет в краткосрочной перспективе развиваться лучше, то здесь практически достаточно сложно принять некое решение. Австралийский доллар придерживается своему мнению, что нисходящий тренд сохраняется с возможностью неких откатов, которые открывают возможность для восстановления коротких позиций, но короткие позиции должны быть достаточно ограниченными, учитывая, что мы находимся вблизи линии тренда, подходим очень близко уже к нижней части вот этого диапазона, который мы рассчитали в начале текущего года. Я бы воздерживался здесь от открытия неких таких очень крупных коротких позиций с целью там получить 5-10 центов. То есть здесь нужно быстро их перекрывать, закрывать на откатах, то есть открывать при впадинах, закрывать. И учитывая, что мы находимся около критических уровней. На самом деле, индикаторы по рынку труда, которые сегодня были опубликованы, не предоставляют некую конкретику по австралийскому доллару. Но я предполагаю, что если статистика по США будет более или менее нормальной, мы можем снова протестировать вот эти впадины, там 72,5 приблизительно в ближайшие 2-3 дня. Учитываем, что находимся и внутри вот этого белого диапазона, я хочу подчеркнуть, что уровни, на которых мы находимся, достаточно стабильные. И как и по золоту, как я говорю, если произойдет некий резкий такой, некое резкое падение австралийца, это не значит, что нужно вот давайте сейчас добавлять, открывать там позиции. Я бы так не поступил. Конечно, каждый для себя сам решает, у каждого свое личное видение. Собственно, это открывает возможность для закрытия коротких позиций, избавляться от них и ждать некого отката, чтобы снова их открыть. Конечно, при плохой статистике по США, вот то движение, которое в последнее время мы видим, вот этот откат, может чуть-чуть увеличиться, то, что снова предоставит возможность для добавления позиций. Новозеландский доллар – очень важная ситуация. Почему? Потому что оранжевый диапазон два раза уже работает в качестве, соответственно, сопротивления. То есть хорошо, что мы поменяли цвет на оранжевый, который у меня отображает сопротивление. Раньше он был серым, когда был в качестве цели. Но что это значит? Что есть предпосылка для того, чтобы при хорошей статистике по США, которая, скорее всего, увеличит позитивный настрой по повышению ставок, что здесь начнется некое еще такое нисходящее движение. Соответственно, чтобы это сработало, учитывая, что мы находимся на той предыдущей впадине сейчас, чтобы это сработало, нужна действительно нормальная статистика по США в ближайшие дни. И вот оттуда мы можем потихонечку еще на цен 2-3 там начать некое такое поэтапное снижение вниз. И наоборот, если по США выйдет плохая статистика, то здесь практически на мелких таймфреймах будет заметна некая как будто разворотная фигура, двойное дно. Вот первое дно, двойное, и тогда откат при слабой статистике по США может быть чуть больше, чем он был здесь, и мы можем спокойно войти в вот этот оранжевый диапазон. То есть трейдеры по валютной паре новозеландский доллар-доллар должны это учитывать, понимать, от чего зависит будущее движение практически по этой валютной паре. На weekly frame здесь очень хорошо практически видно, что да, вот здесь как будто первое дно было, и, соответственно, вот эта свеча, как нарисуется, будет ли она бычьей или медвежьей сейчас на недельном фрейме, скорее всего, зависит от статистики по США, от non-farm payrolls завтра. Вот тогда уже будет ясно, здесь формируется локальное дно, и откат расширится ли, или восстанавливается движение вниз. Трейдеры, которые имеют позиции или собираются открывать, скорее всего, должны это понимать. Конечно, это лично мое мнение. Продолжается вот этот рост в паре доллар-японская иена.
приблизительно снова заходим к верхней части серого диапазона, мы должны понимать, что при хорошей статистике по США потихонечку можем попытаться переписать вот эту вершинку, но при слабой статистике еще раз вернемся вниз. То есть, учитывая, что и завтра будет заседание Банка Японии, будьте начеку. Что хочу к всему этому добавить? Если по США выходит хорошая статистика, может так получиться, что из-за повышения ставок пара повысится выше вот этой линии, выше вот этой вершинки, и уровни как 128 до 130 вполне достижимы в этом квартале или в ближайшие там 4-5 месяцев. Конечно, по моему мнению, это уже финальное движение, ну, оно должно быть некий финальный рост пары доллар-японская иена, но я не ожидаю, что пара сейчас имеет предпосылки для того, чтобы сильно пошла вверх и не остановилась. Почему? Потому что и по Японии выходит хорошая статистика, но последние несколько дней выходит статистика по Японии слабее ожиданий, то, что мы увидели по заработной плате, например, вчера и позавчера, что вызывает некие такие сомнения, что так быстро восстановится японская экономика, и мы об этом сценарии говорили раньше, что если по США быстрее будет развиваться позитив, а по Японии он немножко останет, вот этот потенциальный будущий позитив. Вот хорошая предпосылка для того, чтобы мы поднялись выше вот этой вершинки и пошли к 128-130. Давайте я посмотрю завтра на заседание Банка Японии, на Non-Farm Payrolls, и скорее всего на следующей неделе, в понедельник, могу озвучить некие ориентиры в качестве достижимых уровней. Просто мне нужно кое-что посчитать, но я помню, что это где-то там 128-130. Приблизительно где-то там находится некий достижимый уровень. И вот чуть попозже я придерживаюсь своему мнению, что во второй половине этого года, скорее всего, есть возможность для того, чтобы здесь уже четко и ясно началось формирование некой, начало некой вершинки, которая потом начнет некую такую широкую консолидацию, то есть, скорее всего, диапазон. Доллар, канадский доллар. Что у нас есть? Ну, мы приближаемся к верхней части вот этого диапазона, следим за статистикой по США, не забываем, что завтра в это же время в 15.30 публикуется и канадская статистика. Оба индикатора определят будущее движение по паре доллар-канадский доллар. Если статистика будет в пользу американского доллара, мы к 131.3350 поднимаемся очень быстро, и наоборот, при слабой статистике по США здесь может произойти некое коррективное движение, которое, по моему мнению, не должно быть глубже зеленой линии, и оно откроет чуть попозже снова возможность для открытия сделок в направлении вот этого восходящего тренда. То есть, если мы посмотрим на вот этот широкий канал, в котором мы движемся, мы сейчас в верхней части, чтобы быстро поднялись вблизи верхней части к зеленой линии, к верхней части вот этого диапазона, нужна хорошая статистика. При плохой статистике можем немножечко откатиться. Доллар, швейцарский франк. Следим за событием по США. Ситуация в Швейцарии указывает на то, что это предпосылки для более или менее заметного ухудшения экономики Швейцарии. Соответственно, все это мы будем учитывать и будем смотреть, есть ли возможность для того, чтобы мы начали пытаться снова тестировать вот эти вершинки вблизи паритета и вблизи уровня 1.02. Если в США увеличится позитив и повышение ставок все больше и больше будет приближаться, то зигзагом мы потихонечку подойдем к этим вершинкам, потому что видно, что и доверие к евро восстанавливается, потому что здесь видно, что линия на уровне 1.04 не сдается. То есть этот уровень практически сработает в качестве поддержки, соответственно, начнется некое избавление от актива убежища швейцарский франк. Какие у вас конкретные вопросы по валютным парам? Роман Мешков, я прочитал то, что вы предполагаете, что может быть США манипулируют статистику, чтобы там доллар сильно не укреплялся и так далее. Вполне возможно,
Мы это периодически обсуждаем, что может быть статистика немножечко подделывается, чтобы ограничивались росты доллара. Я так и предполагал, на самом деле как-то нереально было после такого сильного экономического роста в 2014 году, что из-за вне погоды, из-за неких забастовок на западном побережье в США из сильного экономического роста появился негативный ВВП. То есть то, что мы увидели. И у меня возникли еще тогда сомнения в марте, в апреле, что ситуация в США не настолько плохая. И я предполагал, что это скорее всего с целью ограничения сильного роста американского доллара. На самом деле мы увидели, что совсем недавно вот этот негативный ВВП практически был полностью скорректирован. И на прошлой неделе, когда выходили данные по ВВП, оказалось, что ВВП в первом квартале вырос на 0,6%. В США то, что вполне нормальное значение. То есть видно, что они практически это подделывали. И, как говорила Джанет Йеллен, слабый ВВП, который мы увидели в первом полугодии, точнее в первом квартале, может оказаться рыночным шумом или статистическим шумом. Извините, она говорила статистическим шумом. Вот так оказалось. Но трейдер должен это понимать. И мы просто приспосабливаемся к этим переменам. То есть, на самом деле, я никогда не могу знать, какая из этих статистик, которая публикуется, реальная или нереальная. Мы ее видим таковой по факту и торгуем на этих новостях. В долгосрочной перспективе трудно подделывать данных, так что, если, допустим, кто-то подделывает данный месяц, два, три, четыре, рано или поздно происходит некий выхлоп. И тогда практически все будет видно, и все равно мы сможем на это отреагировать. Не думайте, что я лично могу знать, это так или не так. Хорошо, я поскольку понимаю, других конкретных вопросов нет, значит, есть один вопрос, который не очень сильно связан к нашему аналитическому обзору, что такое non-farm payrolls и так далее. Это, скорее всего, последний вопрос, на который я отвечаю. Я, конечно, с целью его пропустил, потому что он бы прервал нашу аналитику. Соответственно, для начинающих инвесторов, трейдеров, которые практически не знают вот эти индикаторы, хочу сказать, есть такие вводные курсы. А именно, один из них называется фундаментальный новостной анализ. Он всегда идет по вторникам с 13 до 15.00 по московскому времени. Вот этот курс. Всегда идет по вторникам с 13 до 15.00 по московскому времени. Вот там вы узнаете о этих экономических новостях, о этих индикаторах. И наш преподаватель Ляха Владимир Евгеньевич вам рассказывает, показывая Форекс-календарь, о этих индикаторах. Что такое, например, безработица, что такое нон-фарм, что такое промышленное производство. Соответственно, Шмелев Евгений, подключайтесь на следующей неделе во вторник к этому курсу, вы получите обширные, детальные ответы на ваши вопросы по индикаторам. И выучите, что за индикаторы вообще есть. Потому что я не могу вам ответить хорошо или детально на ваш вопрос в течение минут. Этот курс идет 2 часа, он вводный. Плюс в дополнение к этому, после этого курса, есть такой курс, который сам я провожу, цикл семинаров по основным валютам и именно американский доллар, но он прошел на этой неделе во вторник, то есть ровно через 2 недели будет снова во вторник. Вот тогда, после фундаментального анализа, у вас будет возможность подключиться и к этому курсу 18 августа. Я веду этот курс. Вы более детально ознакомитесь не только с индикатором Non-Farm Payrolls по США. Я даже буду показывать примеры на графиках. Но и в дополнение я покажу еще следующие индикаторы, которые, по моему мнению, кажутся очень важными и влияют на американский доллар. То есть, если вы собираетесь торговать по новостям и по фундаментальному анализу. То есть, еще один час. То есть, чтобы получить хоть некое общее понятие по вот этим индикаторам, которые вы спрашиваете, только по американскому доллару, вам нужно 2 часа плюс 1 для этого курса, 3 часа в течение минуты, вряд ли я могу вам объяснить. Один из наших участников все-таки вам написал, что это количество новых рабочих мест, созданных в США вне сельскохозяйственного сектора. Если для вас это достаточно, тогда
нам пора заканчивать. Хорошо. Всем желаю тогда хорошего дня, прибыльных сделок, удачи на финансовом рынке. И до завтра. С вами был Василий Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Альпари. Всем удачи!